блядь! Молодец, молодец! Молодец! Иди ко мне! Стоять, Умбра! Стоять! Широ, стоять! Молодец! Молодец, 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 молодец. Стоять. Отдыхай. Молодец, молодцы, молодец, какая ты умничка, зайчика поймала со стойкой, все как положено. Молодец, иди, я тебя похвалю. Иди, иди, умница, 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 молодец, молодец. Ну что, отработала великолепно со стойкой зайца. Отсюда выбежал, рванул туда и сюда. Далеко не убегали, в принципе. По команде ко мне пришли. Молодцы. Оглох от стартового пистолета. Молодец! Стоять! Стоять! Вот так вот. Причуяла фазана. Пошла по его следу. Подняла, спокойно не побежала. Иди ко мне. Умбра. Сыночка, молодец, молодец. Петушара старый. Встала. Взи. Взи. Стоять! Умбра, иди ко мне! Умбра, ко мне! Команда, ко мне! Стоять! Умбра, все, молодцы, хорошо сработали. Команда, стоять! Ты слышишь меня? Стоять, команда! Что это такое? Что за побегушки? Мы с не ты соревнований с тобой. Все, молодец, поздравляю тебя. Мы идем по ветру, чтобы зайти напротив ветра. То есть идем по ветру и как бы причуяли запах, развернулись, встали и подняли на хорошем расстоянии. Эх, гонят. Вроде как учу. Ну, будем бороться. Путем отрабатывания команды стоять в холостую, просто без птицы. У нас еще время есть, июнь месяц. Это 6 утра, 6.20. Уже жара такая же, да? Ну все, пошли, то я вас загоняю. Пошли. Стоять! Молодец! Не поверил ей. Вон, фазанита. Ну, встала в стойку, Умбра. Просто здесь прошлись уже два раза мы. Думал, ничего не будет. Фазаниха, видать, пешком пришла. Встала в стойку. Я уже дал команду взять, потом уже включил камеру. Короче, сработало, нормально. Молодец. Ну, если кто-то подымется, только это тебя спасет. Все, стоять! Молодец, молодец.
подняли двух куропаток маленьких. Стоять! Сегодня идет отработка команды стоять после нахождения дичи. Ну, с трудом. Вперед, пошли, работай. Пошли, пошли. Вот окопы были во время войны. Окопы их видно. Вон она, линия вся идет по бугру. Наверное, охота на норных была. Была нора, выкапывали собаку. Нет, что-то есть. Стоять! Стоять! Стоять, умбра! Птицы когда нет, команду стоит, репетируем. Ну, вроде как все получается. Птица поднимается, азарт берет, бегут. Куропатка имитирует еще раненую птицу, что выводит от своих щенков. Постоянно припадает, падает, взлетает, падает, взлетает, падает, взлетает. И эти думают, что поймают, и бегут за ним. Стоять! Команда была стоять. А вы бежите. Ну, будем молодец. С одной стороны, молодец, что хорошо нашла, встала в стоечку. Так, 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 уходим отсюда. Все, вы их подняли. Нечего здесь лазить. Умбра, стоять! Еще раз, стоять! Молодцы, хорошо. Работаем, вперед! Шира, работать! Работать, Шира, работать! Ну, вот так вот, без птицы, как бы, все выполняется сразу. Только поднимается птица. Ох, какой красавчик! Вот он, кролик, заяц, заяц сидит. Заяц. Сюда. Сюда. Вот, вот. Да ты по нём пробежалась уже, ёпарася ты. Умбра, для прикол. Да вот же он. Да вот же он. Да вот же он, вот он. Иди сюда, иди сюда. Шира, Шира. Шира. Да вот же он. Вот он, заяц. Шира. Стоять! Да вот же он. Нельзя! Стоять! Камни. Камни. Вы по нем пробежались, как коровы, 10 раз. Вот они бегут. Команда была стоять! Да вот же он. Команда стоять! В общем, птицы нет, команда стоять выполняется. Птица есть, команда стоять не выполняется. Для этого, конечно, веревочку было бы неплохо, но с двумя я веревкой ходить не могу. Ну, методом тыка. Поднялась стайка фазаня с мамой. Они уже на пере. Никто их не поймает. Полетело. Ну все, сработало здорово со стойкой. По команде взяла. Но гонят. Гонят. Будем дальше обучать.
Команда была стоять. И тебе команда была стоять. В чем дело? Что ты мне хвостиком машешь? Стоять. Нужно делать команду стоять. Ты человеческий язык понимаешь? Если ты понимаешь человеческий язык, должна останавливаться, а не бегать, как это, как жужа. Работаем дальше. Умбра, ко мне. Шира, ко мне. Стоять. Сегодня будем целый день отрабатывать команду стоять. Потому что мне совершенно это не нравится, эти гонки за птенчиками и так далее и тому подобное. Да, я уберу у тебя. Стоять. Главная команда. Понимаешь? Понимаешь? Ты ж умная, Deutsche Drahtkar. Deutsche Drahtkar. Умный. Должен понимать. И ты тоже должен понимать. Но ты все делаешь, что она делает, как обезьянка, повторяю. Вперед работать. Умра, стоять! Шира, стоять! Работаем! Вот так мы теперь челночим. Вот так работаем по высокой траве. Нормально. Умбра, стоять! Умбу! Стоять. Молодец, хорошо. Вот так и делай. Шира! Стоять! Молодец, хорошо. Все. Лежим, отдыхаем. Ну, говорю, вот как бы команда вроде как выполняется, но не четко. Не четко, не с первого раза и не сразу. Все лень. Голос все боюсь, надо рвать. Ее отрабатывать каждый раз надо отрабатывать раз по 10 на каждой тренировке. Пока четко не будет выполняться. Иначе толку не будет, да, принцесса? Ничего, все будет хорошо. Вот так вот камеру из рук выбило. Стали. Жить! 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 Стоять! Стоять! Лежать! Лежать! Успокаиваемся! Успокаиваемся! Умрочка! Молодец! Все, нашла, сработала! И стоять, команду выполнять надо! Иди ко мне! Вон на кого она похожа. Морду очистил ей. А у Умбры шерсть покороче. Ее почище. Тоже она в этих репехах, но почище. Короче, встали. Причуяли фазаниху, встали. Ветра нет вообще. Ну, то есть она здесь лазила, запах-то был. Вот она. Они встали вот здесь. А она сидела вот. Вот здесь. Ветерка нет. Стоять. 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 Вперед. Тренуй.
тренируем принос уточки. И купаемся заодно после прогулки. Молодец, молодец он. Неси, неси. Дай. Молодец. Ищи, ищи. Здесь фазаны обычно прячутся. Стоять! Стала перепела. Наконец-таки она его запах учуяла, поняла. Ну, сработало отлично. Все, понюхайте. Вот перепел. Это хороший большой перепел. Первый перепел со стойкой, хорошо сделанный. Ну, все. Познакомились мои собаки уже со всеми видами, с кем они будут иметь дело. И на зайца стояли, на фазана вон сегодня. И до этого. Куропатка, понятно, каждый день по ней работаю. И вот не шумовой, а трудовой первый перепел сегодня был. Они расселись по закупленным столом, там перезаловил чай. Это пробежались. Радует, что столько живности. Вот по дороге проехали 4 стайки, фазанят увидели молодых.